Так намасте тоже проработка рук идет, намасте. Потом какая-то. Да, какая-то есть, только сзади за спиной. Сзади за спиной. Потом можно делать вот так вот. То есть прорабатывается рука здесь, она тянется. Какой? Запястье, да? Запястье, да. Можно вот сюда. Хорошо, вот сразу по ходу. Запястье на коленях можно проработать? Запястье на коленях можно проработать вот так, например. Раз. Еще варианты? Да. Ну. А можно приподнять таз? И вот это, да? Нет, в этом положении аккуратненько приподнять. Не то, что таз. А теперь центр тяжести вперед перенести. Раз. А теперь что? Хорошо. А теперь положить ладошки на землю. И теперь вперед центр тяжести двигать. Чувствуешь разницу, да? Да. Есть такое. А теперь руки вот так. И двигайся назад. Так двигай. Медленно, не спеши. Ага. Чувствуешь? Тянется, да. Здесь очень осторожно. Это что касается запястья. Запястье можно проработать лежа на спине? Можно, можно. На спине, да? Оксана, можешь показать на спине запястье? Как ты будешь проработать?